Я все знаю. Ничего. Кажись, кто-то едет. Слышишь? Это почта. Господи. И приходится же ездить в такую погоду. Дело казенное, хочешь не хочешь, поезжай. Проехала. Не слыхать. Почта кружит. Слышишь ты? Почта кружит. Я знаю. Нечто я не понимаю. Я все знаю. Да что ты знаешь? А то знаю, что все это твои дела, чертиха. И метель это, и почту кружит. Все это ты наделала. Ты. Бесишься, глупый. А я давно уже замечаю. В первый же день, как поженились, приметил, что в тебе сучья кровь. Да перекрестись ты, дурень. Да как же заступи, Господи, помилуй. В прошлом году метель была, и что же? Мастер греться заехал. Потом на Алексея Божьего человека реку взломала и урядника принесло. Всю ночь с тобой проклятый калякал. А на утро, как вышел, я взглянул на него. А у него черные круги под глазами. И все щеки втянуло. А-а-а. В Спасовку. Два раза гроза была. И оба раза охотник ночевать приходил. Я все видел, чтобы он пропал. Все видел. О, краснее рака стало, ага. Да ничего ты не видел.
Ну да. Да наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет. И ладно бы старики какие или косолапые. А то ведь все. Молодые ночевать просятся. Это почему так? И пущай бы только грелись. А то ведь черта тешат. Нет, баба. Хитрее вашего бабьего рода на свете и твари нет. Метель еще только начиналась, а я уже знал все твои мысли. Вон звенит почта! Наведьмачила паучиха! Да что ты пристал ко мне, окаянный? А то пристал, что ежели сегодня ночью случится чего, ты слушай. Ежели чего случится, то я завтра же чуть свет побегу к дядькову, к отцу Никодиму, все ему доложу. Так и так скажу, отец Никодим. Но она ведьма! Почему? Изволите знать, почему? Так и так. И горе тебе, баба, не только на страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь. Простите ради бога. Пустите погреться, есть тут кто или нет. А вы кто? Почта. Недаром дева лила. Так и есть моя правда. Ну, гляди у меня. Тюки вносить. Но не там же их оставляйте. Собачья жизнь. Чуть не пропали. Если б не ваш огонь, так и не знаю, что бы и было. Конца и края нет этой собачьей жизни. И черт его знает, когда все это кончится. Скажите, куда попали? На Гуляевский бугор. В имение генерала Калиновского. Слыхал, Степан? На Гуляевский бугор попали. Да, далече. Может, с дороги чаю покушаете? Да когда тут чай распивать? Надо скорее греться доехать. А к тут почтовому поезду не успеем. Мы вот сейчас 10 минут посидим и поедем. Ну и кто вы тут будете? Мы? Да мы тутошние. Мы из духовного звания. Вон муж мой лежит. Савелий, ну встань же. Иди поздоровайся. Ну и чем вы тут живете? При церкви есть сенокос и огороды. Правда, нам мало от этого приходится. Потому что дядькинский отец Никодим, сведущие глаза, служит тут на Николу Летнего, да на Николу Зимнего. И за это почти все себе берет.
А заступиться-то некому. Врешь. Отец Никодим, святейший человек, светильник церкви. А ежели чего берет, то по уставу. А он сердит у тебя. Ну и давно ты замужем? С прощенного воскресенья 4-й год пошел. А прежде в дичках мой папенька были. А когда пришло им время помирать, они поехали в консисторию, чтобы попросить мне неженатого дичка. Вот я и вышла. Получается, одним ударом двух мух убил. И жену взял, и место получил. Да. И лихому татарину такой жизни не пожелаю. Ну что у вас зрилось? Ничего. Ты спи, спи. Ты зачем это? Чтобы огонь ему в глаза не бил. А ты огонь совсем потуши. Хоть я и длиннополый нечистый дух, спать им тут нечего. Дело у них казенное. А с нас же потом будут спрашивать, с чем мы их тут держали. Везешь почту, так вези. А спать им тут нечего. Эй, ямщик, как тебе там? Проводить вас, что ли? Вставай давай, нечего тут с почтой спать. Ваше благородие.
Ну, ехать так ехать. А коль не ехать, так и не того. Спать не годится. Ну чего ты? Спали бы себе, да спали на доброе здоровье. А почту кто повезет? Почту кто повезет? Ты почту повезешь, ты? Еще бы 5 минут поспать. Все равно опоздали. А может, вовремя поспим? Вдруг поезд опоздает. Помоги, что ли? Остались бы. Какая у тебя шея? Какая ты? Остались бы. Все готово. Thank you.
Завтра пойду к отцу Никодиму и скажу ему, какая ты жена. Будет с тебя и место. А жену поищи себе в лесу. Да какая я тебе жена, чтоб ты треснул. Тоже мне навязался на мою голову. Телепень, лежебока, прости, Господи. Ну, тихо, тихо, спи. Да несчастная я. Коли б не ты, я б сейчас за благородного вышла. Коли б не ты, я бы мужа любила. Не замело тебя снегом. Не замерз ты там на большой дороге, Игорь. Ведьма. Противная. Да отстань! Ведьма.